учиться, учиться и учиться. Это у меня прежде всего. Ну и любовь к детям. Эти простые принципы работы помогли учителю начальных классов Ольге Гужовой стать лучшей в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2017». Чувство радости, удовлетворения, конечно, от проделанной работы, от конкурса, то, что достигло таких высоких результатов. Ну и, конечно, чувство ответственности перед тем, что теперь придется представлять свой опыт на область. Ольга Владимировна, учитель от Бога. Каждый день наблюдаем, с какой радостью бегут ее ученики в класс. Сколько душевной теплоты в этом учителе с большой буквы. Заявки на участие в конкурсе подали 12 педагогов, самых активных, инициативных и готовых доказывать, что они лучшие. В финал вышли шестеро. Все они провели открытые уроки в незнакомом классе и представили визитные карточки. И жюри предстояло выбрать самого достойного педагога. Самая совершенная машина не научит ребенка без учителя, потому что это частичка сердца, это частичка души. И мне кажется, все те участники, которые в этом году принимали участие в замечательном конкурсе «Учитель года», обладают теми качествами, которые могут научить ученика, дать ему те знания и тот жизненный опыт, который его потом поведет по жизни. Вместе с Ольгой Гужовой поздравления в этот день принимали Елена Гончарук, которая стала второй в муниципальном этапе, и за которую, надо признаться, переживала съемочная группа волоковского репортера, поскольку помогала этому педагогу готовить визитную карточку. А также Наталья Казакова, ставшая третьей. Оба призера представляли 28-ю школу. А символ конкурса «Учитель года» – хрустальное яблоко – передали в лицей номер один, где он будет храниться целый год. Дорогие конкурсанты, вы действительно показали мастер-класс. Конкурс «Учитель года» в нашем муниципальном образовании проходит на очень высоком уровне. Конкурс «Учитель года» – он творческий азарт. Достаточно сказать, что в том году вот это хрустальное яблоко получили наши два преподавателя. И первое, и второе место – и сегодня, передавая это яблоко, я желаю вам представить наш город на региональном конкурсе, областном конкурсе «Учитель года».